Я жалею. Вот, машина сработала. Хорошо, разгон. Ну как, разгон. Надо беречь двигатель, да? Я вас умоляю. Разгон. Могу и так, могу. Тормоз, и так. Да. Пожалуйста. Разгон. Все по прямой. Что-то хотим отклоняться. Очень даже относительно. Хорошо. То есть тут я уже использовал аварийную кнопку. Вы справляетесь. А вот если часть как бы там обывателей, то у них апострофа как бы вот в этой состоянии. Ну я-то обыватель как раз. Ну вы ж не простой обыватель, да? Ну, вы работаете. Я теоретик. Попытка как бы уйти в сторону. Двигаемся. Сейчас у нас тут что? Мы очень напряженные. Как бы следующий вариант там нашей работы. Мы начинаем людям уже тут делать какие-то провокации. Что сейчас происходит с автомобилем? Снос происходит с автомобилем. Происходит снос, и в поворот я не вошел. Понимаешь, еще дело в том, Андрей, смотри, да. Вот еще же визуальное срабатывает, да, вот это вот. То есть я вижу асфальт сухой, да? Или я вижу, что у меня участок обледенелый, да? Ну, то есть я сбрасываю скорость, да, могу там заранее там где-то что-то притормозить перед тем, как въехать, да, потом газ прибавить. Ну, то есть вот. А если я еду по асфальту, ну, у меня же сразу уже работает голова, то, что я еду, да, там вот лужа, я вижу, да, а здесь-то я же ничего, да. На прямых колесах обычно это делают или нет? На прямых. А ее все равно выносишь, а мы повернули колеса в крайнее положение и чего-то ждем. Левая нога на тормоз. Тормоз-газ, что ли? Газ-тормоз, да. Ну, газ-тормоз я слышал, но, честно говоря, ни разу не делал. Нет, да? Не делал. Ну, давайте попробуем тогда. Да. Этап, вот сейчас газ держите и левой ножкой как бы так старайтесь гладить тормоз, потому что она не привыкшая к нему. Да. И отсюда как бы могут быть какие-то вопросы. Вот как бы. Вот видите, что происходит, да? Когда, загрузка, газ свободный, основной эффект, как ручник как бы подходит. Вот видите, да? То есть работает. Работает, да. Ну, спортсмены. Ну я никогда не делал. Не пользовались, да? Как бы именно левой ногой. На тормоз. Тут тоже тренировка. На автоматах тоже. Но основной вариант решения сноса передней оси — это все-таки работа руками. То есть вы когда двигаетесь и поворачиваете руль. Ну с руками нормально? Ну хотите изнутри взять, там, ну, в принципе, большой катастрофы я пока не вижу. А, не, ну это да. Это дурные привычки, а так вот, в принципе, вот оно, в принципе. Тут все хорошо, как бы, да. Вопрос уже, короче, вы поворачиваете, да, вот у вас возникает снос. Дальше у вас пошла фаза выжидания. Ну, стоп, поздняя реакция. Стоп. Ну, вообще уже поздняя реакция. Старый ставлюсь. Начинается. Старый уже ставлюсь, уже реакция недавно. Старый так не шевелится. Ну да, да. Вот, особенно... Теория это да. Она как бы, она какая, держите. То есть вы поворачиваете колеса, да, она должна следовать вас по дуге. А тут она начинает сползать, а вы начинаете крутить дальше, да? Что, колесо начинает скользить боком? Боком, да, боковое скользить. Что это нужно сделать? Ну, корон делать. Вас несет на объект, а вам фактически руль надо на него крутить, да? Вот да. Тут, опять же, я говорю... Психология. Тут крутая вещь, да. О, видите, да? То есть, как бы, процесс пошел. Уже получается, да. Перекрутитесь, перехватами сделайте. Раз, и плавно распрямляйтесь. Плавно. Все, если удивляется. Вот оно идет, да. Блин, оно что идет, я руль в другую поворачь. Сторону, а она едет. Поворачивает. Вот физик, как раз я знаю, но я ни разу не пробовал. Ну вот, вы сейчас это увидели, да? Вот туда левая нога работает, протормозить. Или левая нога работает со сцеплением. Такое тоже. Сцепление, да. Или знаете это? Да, с Дмитрием мы пробовали. Ну или вот попробуйте сейчас, держите газ, сцепление поиграйте. Сюда. Нажмите, отпустите. Сейчас все ясно, давайте. Ясно. Вот она пробуксовка. Вот. Она. Видите, да? Да. Вот видите? Она пробуксовка. Она работает намного мягче, и когда скорость не такая критично завышенная, то работает левой ногой. Ну да. Пробуксовка. Тут будет диск
сосисками пахнуть. Я вас умоляю. Вы же не на гонках. Да, вот, да. И сцепление. Вот то я есть, чуть-чуть, да, пробуксовываю. И все вопросы решаются. Чуть-чуть свободный ход выбрал. Да, и да. Все, и оно пошло пробуксовывать. То и лечится этот вопрос. Другие варианты. Начинаем движение сейчас. А едьте сейчас тихонечко. Вот, начинается занос задней оси, да? Я сейчас заднюю часть расслаблю совсем сильно. Вот она сейчас абсолютно свободна. И вот здесь нажатое сцепление сыграло против вас. Вот как в таких моментах мы на этой штуке видим это, показываем, моделируем и упражняем, чтобы это происходило. Стоп. Здесь вы видите котировочку, да? Нет. А вот стоп. Все, а почему? Да, я всегда говорю, это все начинается с головы. Да. Перестраивать, блин, образ мысли. Да. Да, да. Когда вот это... он меня еще не перестроил. Вот такое, в общем, это устройство уникальное, позволяет широким спектром с минимальными затратами, в общем-то, по напряжению своих материй, особенно современных, которые лишают нас возможности прочувствовать в полной мере эту жизнь. Создавать, допустим, пугающие программы, ничего не говорить, просто ну, провокационное вот слово. Будет так, будет так, все будет так, как бы когда там тебе тоже дошел до состояния, что сказал, в Швеции занимаются, говорят, внушающие, получающие. Получал. Еще 15 процентов. Так, давай сфотаемся, потому что я думаю, Дима будет в Facebook это все. Да, он там любит. А, я так не знаю. Почему? Так, что, давай. Да? Так, или вот так вот, да? Или вот так.